То земля уходит. И сколько она будет продолжаться, вот эта отсыпка, она уже дальше и дальше уходит. Вот так выглядит сейчас берег Урсалинки. Крутой обрыв на речке Мусор. К ней никак не спуститься. Любовь Малейчик живет здесь больше 20 лет. Раньше летом брали отсюда воду, поливали огород, говорит. Сейчас сюда и не заглядывают. Опасно подходить ближе, а у нас дети. Мы их вообще не выпускаем со двора. Вообще не выпускаем, потому что раньше они хоть играли, здесь же детская площадка у нас была на берегу. Здесь качели были. Сейчас берег местом отдыха вряд ли назовешь. Ни деревьев, ни зелени. Санитарную очистку экологи начали еще в ноябре прошлого года. Тогда спилили все деревья, углубили дно речки, чтобы жителей не затапливало. Но местные жители уверяют, нарушили весь баланс. Раньше берег держался за счет корней деревьев. Сейчас же, после каждого дождя, ситуация все хуже и хуже. Наша съемочная группа была здесь в мае этого года. Тогда жители рассказывали, после саночистки речки местный оазис превратился в свалку. Экологи пообещали тогда благоустроить территорию, но до сих пор работы не закончили. Деревья росли на берегу речки, они были уже обвалены. И для того, чтобы улучшить состояние водного объекта, было принято решение о том, чтобы снести эти деревья. Взамен убранных деревьев будут посажены новые. Берега будут отсыпаны щебенкой. Корни, которые выкорчевали. Вот это все убрали, бульдозером разровняли. Тут и этот берег. Все. В департаменте экологии сегодня нам пояснили, благоустроили берег пока частично. На все не хватает денег. Жители просили укрепить щебнем, но у нас финансирование это не позволило. Завоз щебня и укрепление щебнем. То есть ограничились планировкой грунта, расчисткой, вывоза мусора. Остались там мелкие участки, ну, локальные. Где-то там пни да вывести, где-то ветки. До наступления морозов эти работы закончат, а вот деревья вдоль берега не посадят, чтобы опять не заросло русло и не подтопило жителей. Берег же останется грунтовым, зарастет травой и укрепится, пояснили экологи. Благоустраивать и расчищать от заросших деревьев будут и другие притоки Зая, все малые речки в районе, чтобы весной не было подтопления. Филюза Хамидуллина, Ирак Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.